обзор автомобиля, который будет собираться, мы очень на это надеемся, в городе Энгельсе Саратовской области, компании «Альфа-Рус». Что сразу ощущается? Очень комфортное место водителя, несмотря на то, что у меня рост 1,92 м. Разработчики говорят, что тут есть не только подогрев, но и вентиляция кресла водителя. Автомобиль очень импозантный, сразу скажу, без внимания на дороге вы не останетесь. Абсолютная тишина в салоне автомобиля, вы наверняка ее слышите, как все автомобили с электромобили, да? Все очень динамичные, этот в том числе. Если я не ошибаюсь, его разгон до сотни километров не превышает 5,5 секунд. Большой дисплей. И вообще, если честно, автомобиль похож на какой-то большой гаджет, а не на машину. И от этого становится еще интереснее им управлять. Вот. Первое впечатление от визуального осмотра автомобиля — это необычная задняя правая дверь, которая открывается как в лондонском кэбе, в который удобно заходить и выходить. Дверь, соответственно, электрическая. Водитель заднего ряда сидений может регулировать, как в S-классе, на минуточку, переднее сиденье пассажира вперед-назад и складывать спинку. Я думаю, что даже можно ноги положить сюда, вытянуть с чашечкой кофе. Вот, отделка автомобиля, на мой взгляд, очень достойная. Если учесть тот факт, что сегодня предлагают только пластмасс, то здесь все очень даже красиво. Фотографии автомобиля обязательно приложу к этому видео. Всем спасибо. Надеемся, что скоро Саратов будет ездить на электромобилях.